Прошли те времена, когда Алексея Панина называли знаменитым актером и восхищались его талантом. Сейчас он живет за границей и постоянно критикует Россию. Звезда фильма «Жмурки» и один из самых известных актеров 2000-х в 2010-х стал катиться по наклонной. Сначала скандалы в семье, затем странные видео эротического содержания, которые до сих пор обсуждают в соцсетях. Последнее время он больше известен как трэш-блогер, критикующий политику России и граждан нашей страны. Многие недовольны такой трансформацией актера и призывают его остановиться. Я видел Панина, и он постоянно лоснится. А ведь это понятно от чего, когда перепьешь, этот пот с тебя продолжает литься. Рассказал Михаил Шахназаров. Панин и сам несколько раз рассказывал о том, что в свободное время может расслабиться и пропустить стаканчик-другой. Многие поклонники подозревают, что у него проблемы с алкоголем, но сам он не подтверждает этого. Сейчас актер живет в Испании вместе с дочкой. Он открыто выступает против России в конфликте с Украиной и не стесняется говорить об этом в соцсетях. Это и привлекло внимание журналиста и публициста Михаила Шахназарова, который в эфире YouTube-шоу «Полный абзац» не перестает критиковать звезд, предавших страну. В их число уже попали Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Чулпан Хаматова и многие другие известные личности, ранее получавшие восхищение от публики. Шахназаров призывает их не возвращаться в Россию, когда все закончится, говоря о том, что наша страна для них прилавок, а если они такие крутые, то спокойно смогут добиться успехов и за пределами родины.